Рубрика «Брать не брать» вы запылающий всего за 3000 золота. В принципе, эту ПТСАУ можно назвать грилем 15-м только на 7-м уровне. Разовый урон 400 единиц при перезарядке 11 секунд на 7-м уровне – это действительно неплохо. Пробитие базовым снарядом 185 мм – этого достаточно, чтобы практически не использовать голду, что крайне важно для фарма серебра. Динамика позволяет занимать ключевые позиции для первого выстрела, и даже если в начале боя вы приехали на проигрышное направление, вы запросто его можете поменять. Техника исключительно второй линии, отсутствие вращения башни на 360 градусов и совершенно нет брони. При этом аж 10 углов склонения орудия вниз позволяет комфортно играть на СТ направлении и с комфортом прикрывать союзников. Скажу так, если в вашем ангаре еще нет фармера серебра, то за 3000 золота это действительно хороший вариант. Да это не имба 7 уровня, но и совсем неплохая машина.